Полтишковая серия войны со всеми, с первого хода орк-чародей и хотелось бы Age of Wonders 3, и хотелось бы, да, тогда раз полтишковая куча полтишков, а-ха, вот. Но, походу, не это. Так, и чё ты не забоялся, ладно. И не полтишок подписчиков в месяц, а... Полтишок на полтишок в полтишке, да, да, получается, это сколько там, 50 на 50 и еще в кубе, и еще не в кубе, а на короче, жесть. Вот, вот такое вот число я хотел бы тогда бы. Я смотрю, да, так расширяется, чтобы пятилетка в два хода, с одной стороны. С другой больнички, ну, тут больничка, чтобы еще рост поддержать. Хотя, насколько я помню, вообще как бы и военный город. Походу, военные города, ну, потенциально был военным. Или все-таки зал строителей? Склад. И по мане... Ну, надо грохать. В любом случае, надо грохать. Фич в том, что надо. Но проблема в другом, я сейчас думаю. Естественно, через статику. Во-первых, какие группировки? Например, три вот этих. Нет, это четыре. Не, встал-то так хорошо. Ну я же могу тоже вот так. А, если я бью это то... А как он так идеально это сделал? Идеально, потому что по этому направлению... Ладно, идеал, не идеал. Точно сохрани... Ну, есть и начало хода. Давай это. Ну, смотрим. Ну, естественно, он идет отсюда. Это ожидаемо. Он там внизу. Надо и ловить и опыт, и пытаться... Кстати, да, у вас там же есть. Но у вас давно... А, у вас очарование. У вас нету подчинения. Словить Тиану. То есть вот так, если атаковать. Но, естественно, мы это круто так построил. Я могу только поздравить компас с грамотным построением. В любом случае, в 4, да? Да я просто думаю, какая тема. То есть центр будет это принимать. Либо как убегать, тут тоже надо думать. Но по сути вас сюда кидать. Потому что они, с учетом того, что я буду обязательно играть от паралича сюда. А, он может, кстати, статику. Значит, паралич, статика. А, но у меня тоже есть стрелки. Но у меня стрелки один. На, ну у меня полтора, у меня 50 на 50. У меня посильнее считаются. Более чем сильнее. Ты, получается, тогда на этих, но он статику наверняка кинет. И это даже хорошо. Может, я-то буду от этого. Вопрос, как грамотно эти, тогда на центр кинуть стрелков, что ли? Хотя стрелки на стрелков в неком плане надо бы.
Еще я так задумался, сколько мы будем тогда удерживать этот город на высолететь. Тогда тоже такой вопрос. Ну да, или иначе прокаст. Либо мы его грохаем. И по поводу вообще ходов. Вы встаете, вот это мы сгрохнули, да, получается? Вообще надо бы... Ну, я думаю, нет разведчика. Если что, и правда... Ну, соточку на вас нету. Типа, вернуть вас обратно не будет, скорее всего. Но мы грохаем 4. А 4 грохаем, остается вот это. И потом он мне прокаст устраивает. Как ни смотри, он может устроить прокаст. Если мы здесь держим... То есть какая лажа. Если мы пытаемся удержать город, получаем прокаст от Мерлина. Наверняка. Ага-ха. Она пока проверит. Запись на всякий случай. 6 минут, да? Ну, я люблю подумать. Но тут же важные темы, да, прорабатываются, в том числе и тактика боя. С ней принимать бой мы не можем. Не атаковать. В принципе. Максимум, что мы можем выиграть, это сожрать, получается... А, если... Че, точно не это? Это, наверное, это... Если ты, тем более, отсюда. Потом это и выжираешь эту армию сам. В целом, у тебя же регенераторы долбаные. Если как мы как раз планируем, да, делать. Можно по ходам раз, два. Раз, два, три, четыре. Потом они, если что, сами, да, выжирают. И у него не останется обзора. Давайте. Соответственно, стрелки на стрелков. Две клетки, да, чтобы было. Но разведчик либо ради этого, ну, светлячка, это, конечно, тупо призывать. А. Атакуем это тоже 4. Не остается, кроме как этой армии. А она потом что будет делать? Просто я думаю, если что. А ничего она не может сделать. Ну нам... Это, давай. Еще раз. Не этот. Сами знаете кто. Пусть, вероятно, победа. Он даже мне сразу победу, потому что... Хотя тут, понимаете, оглушение. И так далее. Тут... Прокаст многое решит. Прикольно, что он мне, вероятно, победу. Промасленная кожа. Что-то очень странные решения. Жаль, лечилки нет. Чё она побитая-то так сильно? Одной пички-то вроде. Чё, типа залажа. Ну и статик... Не, ну статику надо сразу применять, это понятно. Иначе... Или типа отступить. Хотя, чем мне отступать? Отсюда... Какая, да, проблема? Только человек-ученик. Вы, например, человека просто расстреляете. А, ну и требюшать мне. Держать тогда вот это расстояние. Примерно такое уже и было. Мы, по-моему, без статики это сделали. Или сделали со статиками. Типа выманить рыцарей, но они могут... Тут глушение не прокатило. Они могут потом прийти глушить. Конечно, хотелось бы, мы могли выманить...
а эти сами разбираются. Выманиваем и просто рыцаря через глушение берем. Сюда. Потом все эти кучки просто вываливаем. Да, очень жаль, что... Точно нету? На подходе. Говорил же, что им нужны эти артефакты. А второй... Нет, тоже. Надо... Я сейчас вспомнил по артефактам проверить. Ну, пожалуй, это самый вариант, потому что даже если, я смотрю, королева сюда встанет, ей ничего особо напихнуть не смогут. Она просто свалит. А снова будут выполнять регенераторы. И тем самым мы объединяем регенераторов, а он творит хрень. Почти гарантированно хрень. Вообще лучше, конечно, наверное, ее на эту клетку. Стэбай. Да, все, отлично. Немножечко профейлился. Совсем чуть-чуть. А, ну один, если тычок, два тычка, это уже... Хотя, если ты сейчас встанешь... Просто я как думаю... Два тычка. А, например, выходит, глушит. Дальше там сокрушители... Ну, вроде не это. Не грохает. Тем более мы, походу, сделаем. Не походу, а, наверное, точно. Ну, хотя бы проклятие просто. В качестве проклятия. Так, насколько близко... Подходить. А, и насчет... Слышь, может... На это наложено, может развеять тогда. Или попробовать гаранта. Если это... Ну вот тебе попробовал. По магии тоже это. Так. Ну, во-первых, мы вам статикой можем всегда помочь. Просто я думаю, что вот с этим делать. Начинай. Пока по одному ходу. Потом резко еще эти есть телепорт... Ну, скачки. Давай, потому что поджигатель бесит нас больше всех здесь. Все просто. Интересно, он додумается вообще до статики и всякой такой темы? Подумал я так. Ничего так. А чтобы жизнь медом не казалась. 4, 5, 6. Да, тогда так и поделим. Мне подвластна магия. Ни у кого выше не получилось, да? Разорвать не катит, небось. Ну и в любом случае забита местность. Слепи. Ну какие варианты? Последний рубеж. То, что два. Но потом, если снять это, промасленная кожа.
Сейчас я просто думаю тему. Минус 2 защиты, защиту возвращаем. Сопротивление больше. А, и 60 к уязвимости. Да, однозначно. И тогда, если он будет в этом, в оборонительной стойке, это нормально. Да, конечно, потом развеять магию, если что. А он может сам подойти, попытаться развеять магию, между прочим. Угу. Точно нельзя разорвать в контроль. А, ну это... Просто я не знаю, прокатит, нет. А чё? Контроль над разумом. Ту-ту-тун. Всё, да. Чё ты там применил? О, нифига себе, скачки. Сейчас будет весело. Разве скачки? А, да, он же идиот. Да, я забыл, он же идиот. Теперь главный вопрос, как это вот все решать красиво и с пенкой. Не, ну полюбасу сейчас надо будет, наверное, парализатор, потому что или раскидаете, я боюсь вот этих вот. Так что да, что эти накидают кучу урона, и как эти, либо тогда все-таки ждать, что он на меня, например, нападает, а, на убийцы чудищ. Но мы можем просто глушануть и ждать, он лучше подойдет. Вот сейчас я думаю, какую тему. Но здесь мы тоже спокойно разберемся. Конечно, мы можем взять статику, но они еще в хорошем положении. Мы как-нибудь там вчетвером, там втроем расстреляем. Дальше спокойно. Тут два удара, вот это тоже лажа. А здесь один уже. Этот меня меньше интересует. На таком расстоянии вот сюда просто. 3-4 там за все это. Хорошее его грохнуть. Угу. И может даже без статики. Единственное, вот этот еще лажбан. Ну, его либо проклясть. Но за этого, блин, статику. Вот в чем проблема. По клеткам. Хотя ты можешь сюда потом встать, я вот думаю. Если ты здесь, если сюда. А, сюда, сюда, сюда. Смещение. Какое будет? По народу. Ведь не грохнет. 4-6. Ну, можно, конечно, быстрый рывок в крайнем случае просто использовать.
такую тему думаю, все в паутине. Гораздо проще. Теперь, например, сюда один на один будет битва. А, но этой, да, построение не хочется под паука. Паук все равно так и... Королеву, с другой стороны, чтобы... Один на один. Что построение мы не можем. Далее. О, плохо, что заходит с фланга, допустим. Опять же, можно этому дать... Тогда не принимаешь участие. В этой спецоперации. Тут. Когда фланги вот так рассматриваем, иначе. Слушайте, выжирайте их. Да, прям ты в лобовуху идешь. Точнее, вы все идете в лобовуху к ним. Итак, во-первых. Раз. Во-вторых. Два. В-третьих. Три. В-четвертых, четыре. Остается только ля требешатня. Все равно может накинуть, и мы можем потерять вот эту вот бесящую тему. Тут. Кому-нибудь грохнуть можешь? Вот нет. Ну, у этого, наверное, если я правильно понимаю, если он в тяжелом отравлении 4, ну вот эта хрень. Даже не умирает. Хотя, если болезненная уязвимость на него не кидается. Пидно. Далее, ну, в рукопашку, естественно, тоже опасно принимать. Что оглушение 32. С другой, нам проще его просто вот так вот и это ближний вообще грохнуть на этих просто оглушение. Но этот сокрушитель может. А, допустим, этого освобождаем. Ну, давай, во-первых, сюда на клетку. Все равно ничего не может сделать. 20. А, применяешь бег 10-14. Чё, арбалет. А, ну. У меня первый удар. Все. Тут это так. А, да, мы же от этих хотели. Ну, его просто может и убить. Например. Идеально. Плевок его все равно не убивает. Не просто выжидаем. Это идеальная партия даже без статики. Я охреневаю, насколько слаб чародей в плане производства войск. Все думают другое. Или все-таки, да. Ну, то есть тебе необходимо. На тебя не более двух... А, да даже если все. Это плохо. Это пофиг. Просто без прокаста он ничтожество. Кстати, если бы я еще был воякой. А, хотя ладно, у меня же тоже оглушение. И я 4 оглушения, ладно. Баловался. Ну, он... Скорее это будет принятие там потерь некоторых. Тут
Тут даже можешь сокрушителя сзади. А потом вы добиваете. Все надо так аккуратненько выдвинуть вообще. Смотрю по тому, что у него осталось. Осталось у него смех. Да. Это, допустим, потом с арбалета доберется. Да, остался так-то смех. Просто разбирайте их тут. Выноси вот это. Эти лобовая. Ну ты регенератор, тогда тебя сюда. Там. Ну этого, наверное, просто расстреляю. Я так подумал. Я. Как же бесит вот с этим одним хп. Просто калека. За ним первый выстрел. Прямо это добирать. Я думал, это стрелка. Тогда уж. Давай, оглушение 50. Я не хочу идти туда вперед. Пока еще. С этим фантазмом не очень было бы. Плюс требюшатня у этой хп не айс. Ладно, далее. Ну, как здесь лобовуха, так здесь разница того, что ты даже убьешь это, ты в лобовуху его берешь, сдерживаешь. Как минимум. Например. С другой, да, твое оглушение можно куда-то... А, этого сюда... А, да, я убиваю. Дальше ты уже просто не успеешь наверняка ничего сделать. Если мы так и делаем. Мы, как я уже сказал, мы, наверное, с этим. А вот какие проблемы? Тут... Ну, одного если потеряем, ничего страшного. Как я уже... В целом сказал. Типа сдохнешь и так. Нам главное оглушение. В том числе вот этого вот. Агрегата. Ну, конечно же, что надо, мне не попалось. Глушение есть. Глушение есть. Просто рандом дичайший. Тупо принципиально не буду применять. Да, и парочку обратим. Ну, вот и так. Нивелируем, типа, свои потери. Насчет нивелирования я сейчас тоже подумал. Кому быстрый? Тогда и тебе. Что там залажа у нас здесь еще, да, оглушение? Вот этот близко находится. Тогда вот так. Он там загражденный, давай. Два стрелка осталось у него. Идеальная тупость.
то я понял, что он грохнул своего. Потому что Тиан это сделала. Слушайте, Тиан надо грохать теперь. Помимо всего остального. Это все надо думать. Разорвать сколько шансов, потому что... А, гарантия. Потому что я думаю, другую тему... У тебя-то хотя бы этот есть. Давай. Рывок. Ой, кажется, мы не доходим. Ой, кажется, есть такая фича, называется теневой шаг. Таких. Этих. Лажбанствах. Я понял, да, мы сюда тогда. Арбалетный болт. По-другому должно хватить, тем более скрытом. У него вроде мог быть неутомимый. Далее. Далее начинается самое интересное. Тут. Потому что самый дикий... Это нормально... Под 40% такой иметь дикий разброс. Конечно, хотел взять. Но пока вот так вот. Сейчас Тиан что-нибудь будем делать. Грохнуть можешь. Вариант паника. Ну или берсерк будем считать, что от шанса. Может еще кого-нибудь грохнуть. Неудачный такой берсерк. Но это не говорит о том, что у нее не останется магии в целом. Теневой тоже, хотя... Но если с бегом, но это гарантию не дает. Че остался? Ты, да? Ну давай, берсерк. Вообще паника. Но я думаю, есть такая совсем... Ну, неутомимый, небось, не? Другую тему думал. Калечит два удара. Пока развеять, но там еще сейчас сзади развеять железное.
идеальная партия по тупости. Ну, с учетом, ладно, давайте честно скажем, с учетом дичайшей степени вот этого вот рандома, когда ты... Наконец-то. Должно быть все фактически стопроцентно. Не, мы не делаем по-нормальному. Мы создали самый лучший рандометр на свете. Поэтому, что нам-то? Да. Теперь... А. Контроль. Спецметение. Два, три. Не, подождем. Надо будет в следующий раз, да, применить все. Давайте, если ты, а чё ты так медленно и бега нет? Был бы у вас этот уже контроль, точно бы ее взяли. Ходит Мерлин. Мерлин идет лесом. Можно было так и написать. Отлично. Та-та-там. Чем может все-таки конкретному у элиты шанса больше выжить? А, да, уже думал, что все. Да, вот он, твой билет в эксперты. И у эксперта что-то еще. Ну, а, да, ХП, защита, здоровье, травление, болезненная слабость. Чё это, кстати, вот, да? Это как раз 4 300. Чтобы звоня... Прикольно. Ну, короче, давай. Без баги, просто без баги. Чё там потери? Один, да? Два. Поправка два. Да. Вообще, два шамана — это хрень. Потери. То есть, к следующему такому бою мы будем, типа, слабее. А на с другой стороны... To the window, to the wall, я могу сказать. И... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. У меня гениальный план сейчас. Просто не представляете, насколько гениально вы увидите эту гениальность. Это гениальная гениальность. Кто у нас там? У меня сейчас тркует. Я знаю, что из Need for Speed, но я не понял, кто тркует. Очень круто, да. Человека-ученика. И можно сказать, to the window, to the wall. Ще, я думаю, немного...
Но так как у него больше всегда, окей. Так, я показываю. А, типа, все. Так у него тоже фактически все. Ну, какая-то лажа, да, в целом. В целом лажа. Я бы ра... А чё это? Какие у него? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, а так он хп больше сохранишь, другое. Но он может это и сделать. Что так 10-14, так 6-10. Зато потом будет легко пробивать его. Давай. А все из-за нежелания этой танковать. А если еще калечит, кстати, да, мог бы и покалечить, например. Но я думаю, он сделает гениальнейший шаг в своей жизни. Самый гениальнейший. Я уже говорил, да, про гениальнейший, самый гениальнейший в его жизни, да, шаг? Ну вот он это и сделал. Один прямой. У него абсолют. Или еще нет. Было бы оглушающий щит. Вот, блин, абсолютки, да, не хватает. Что, 23? А, но есть потом шанс. Но бег вроде тебе даст 2 выстрела. Это же не убивает. Но мне нужен этот больше. Там есть еще драконец. Если я думаю, но, во-первых, ты потом получишь и от этого, и от этого. Скорее всего. Либо тогда ладно, если не убивает. И действительно. Но это не было гарантии. Все равно никого не убьют. Хрень, что не добегает. Ни одна. Арчидная тема. Ну, вроде тогда будет заодно заграждение. Кстати, да, заграждение из живые щиты, блин. Мочи. Перерождены для войны, это долбанный чит. Я уже так и подумал, когда он начал это исполнять. Но, как говорится, не повезло, не фартануло. Все, что я могу сказать. Мау. Еще я отнял очки передвижения со смертью. Ну, не повезло, как говорится, не фартануло, пацаны. Да, гениальность заключалась моя в том, что можно сделать вот так. Вот так. Вот так. Вот это, пожалуй, вот это лишний. И как бы лишняя гениальность. Но вся гениальность... Гениальности... Типа абсолютно... Раз... Но
противоядие навряд ли. Это только ты. Я сказал абсолютно, чтобы тебя убивали, в принципе, слабее. Фича в том, что, опять же, мы можем взять отсюда, если его не грохнут. Какие мы, я говорю, коварные, коварные люди. Придется светлячка потом делать. Прикол в том, что придется. Но с учетом того, что вы, можно сказать, сэкономили не по плану, кахал. Типа окей. Мордор. Ну да, зато сразу будет это... Окей. Хотя постфактум нужно не забывать про все остальное. Что гарнизона нет, но мы не паримся на этот счет. Не особо паримся на этот счет. Где-то ты за посещением этого... Когда вот быстро делаешь, тебе кажется, что там какие-нибудь юниты. Блин, а так-то город растет, его империя развивается. Тоже хрень. Не, вспомнил для того, чтобы, если что, призывать на этом фланге более это. Потому что пока дойдет, допустим. По активному развитию, с учетом того, что мы идем сюда. Но гноми здесь, я помню, да, вот здесь. Ну, в целом фланг тянем. Прикрывать гарантии нет. Там нет отряда. Хотя бы. Но врагу не сдается наш гордый варяг. Ну и тем более, если все правильно сделать. На город один к трем. Ну, можно, получается, 4 защитника. А, один к трем все равно, да. Давай. Кстати, что здесь? Шоковое. Если есть у кого иммунитет, то что устрашение даже меньше. А мы все равно будем это, если потом посещать. Точно нет прокастов. Ну точно. Это не забывай в этой клетке. Ну постфактум. Попался. Ты типа, чтобы подтвердить. Так? Так. Дальше рубишь как котя, да? Отыграли партию фермопилов. Фермопильскую. Значит, спец. Я просто смотрю. Че? А это по... Че-то эпик. А, ну двойной. Форсаж. Да, опять долго это. Но бои это... Бои могут действительно долго здесь гонять.
Итак, мантикоры неприятно. Соответственно, двигаться надо стайкой. Это тоже помню. Шесть, семь, восемь, девять, десять. А, больше. С учетом немножечко дороги. Десять. Одиннадцать, потому что летун. Двенадцать. Потому что дорога. Но не должен, да, доставать. Вот, 11 это с учетом быстрого марша. А, дорога, кстати, на него не катит. Парящего тоже. Один раз дорога. Это слишком ему тоже... Не это... Невыгодно. Окей, соответственно... Здесь образуются тогда два стека. Спокойно. Здесь не добегают. Удивительно, что прокаста нет. Мне опасен прокаст, но мы не можем в любом случае ему ничего сделать. Я помню, разведчик вообще сюда ушел, да? Он слил, соответственно, потом резкая контратака. Да, у него тут еще осталось. Может, и правда здесь только два стека. Или что потом? Мы же точно посчитали. А перегруппировка? Но всех нет. Давай просто так. Добивай до второго стека. Опять же, стек ополченцев. Три этих по оглушению. 4. 5. И есть чемпион. Ну, в принципе, плюс статика. Не особо боюсь. Далее. Потому что мы еще это можем пропустить. Что остается вопрос, как здесь работать. На открытом. Раз. Пять. А, ты это. Ну, этот меня напрягает. Пять это... Типа, не 20, 22. Вообще все успевает. Как раз ровно. Грохает. Ты здесь. Дальше тебя поддерживает все остальное здесь. А это перехват. Окончательный и бесповоротный. Все просто четко по... Я даже не знаю, каким планом. Квадратом его абсолютно взяли. Везде. Единственная проблема... Ну, даже, да, потери, понятно, будут. Или нет? Проклинающие. Шляпники. Надо было скачок делать. Сразу.
Но это потом еще да успеть. Я думаю, можно намекать ему. Угу, да, это не убивает. И это... Все, получается. А этот не забирает. Просто по центру. Далее. Да? Но это меняет просто очень сильно дело. До этого не достали, что ли? Так, давай по ходам. Далее. Может, не может. Давай вот эту. Попытайся все отлично, шляпу сделать. Тогда к вам такое предложение. Немножечко пойти. Лесом. Еще без потерь это будет. Идеальная партия называется. Ну, единорожка как бы пофиг, самая пофигосная здесь. Думаю, просто элементально тогда закидать. Даже при убийстве призванных. Ему тупо пофиг. Да, он бы его, да, все равно, наверное, не грохнул. Этот попозже. Аналогично. Далее. Наверное, этого надо стараться, но он далеко. Еще элементаль остался. А, ну понятно. Рандом. Ну, гномы это того, кого мы не можем сделать. У него, ну да, у него выбор ассорти какой, поэтому особо
Но теперь выбор невелик. А. Ну, конечно, мне земляной, опять же, в приоритете. И этот не может. А. Думаю о такой теме тогда. Девять четырнадцать. Да, ну и опять же удар схода не это. А, ассорти тоже. Вот так вот. Да, он скорее на него и нападет. Хотя он же в доспехах, да, считается? Не, гном должен быть в доспехах, не? Плюс один. Не, не всегда, да, в доспехах. Это было бы гораздо больше, получается, по сравнению с другими, но он нормально. Рожденный для войны. Так, и... Начинаем. Так, оборонитель... А, он оборонительную стойку врубил. Да-да. Так. Раз. Два. Три. Кто на перезарядке этих? Три. Проклятий. Здесь. Все. Уже нормальная тема называется. Убивайте. Я вот сейчас смотрю, это вот три стека смогли переловить один. Нормально, но именно без потерь. Так только бы два, конечно же. А, и сейчас, кстати, он окажется без защиты тоже. Но все равно. Ну, остается дело за малым. Да в лобовую. Кто хочет стать миллионером? Миллионер. Но я бы многих хотел видеть миллионером, в том числе и тебя. Ну или за нанесение побоев дадут вам. Не, ну ща. А, ну давайте дадим ему миллионера. Либо. Ну, этому далеко. Кстати, а чё нет? У гнома, я точно помню, делал... Чё, да ладно, или у него нету оборонительной, это только у пикинёра? Он просто хорош тем, что у него защитка повышенная. Так вот, кто хочет стать миллионером? Блин. Слишком много урона было до этого. Я хотел землемному дать, естественно. Дальше ветеран-эксперт. Вот это был косяк. В этом смысле.
Но с учетом того, что все живы, это победа двойная, когда победитель возвращается. Сейчас я думаю, если... Да, то есть по плану сюда-сюда, что еще раз? Насколько может быть угроза потом? А, раз, два, три, четыре, пять. Это горы. 5, 25. Ну да, даже мы пересекаем. Если взять... А, вот это вот. 3, 4, 5, 6. Да. Через вот эти горы точно ничего не лезет. Вот только вот это лезет. Но это сейчас обратно идет. Армия. О, ну или не совсем. Скорее распределить. Во-первых, и по перехвату. Ну, две это еще проще взять. Но с одной проще прокачать, я думаю, там. Разведчик. И... типа вот этого города. Так понимаю, перехват. Все, да. Укрепляете позицию там. Тоже намекаете на то, что у нас... Вот он, я думаю, не порежет ли... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять. Ему не порезать. Просто контратакой. Завершим мы это чудесное действие. Еще, кстати, строительство дорог. Да, я, по-моему, точно проверил на Армагеддон. А, далее. Ну, тогда выполняем план. Нет, четко не ты. Чуть не профейлился, сейв. Да, вот это вот четко. Я думаю, может, какую-то поддержку. Хотя чё, там это жуткий штурм. Вообще жутко у него там с этими мантикорами. Две мантикоры — это боль. Чтобы, да, без потерь. Просто как его... А-а-а, все, я придумал как. В итоговые позиции. Даже можно сухаря отдать... ну, не на расхищение, конечно. Но он только на одного, с учетом удачи и возможности крита. А дальше просто вот как. Можно... В принципе, даже сейчас. Ах, три. Проблема. Он наносит. Написано два. Что этому-то гораздо. Ну, либо, например, да, тебе увеличиваем. С учетом регена. Хотя. А, я вот так хотел, тупо. Два удара. Ну, два удара, тебе тоже боль. А, если ты, получается, танкуешь, этот потом танкует. Все, разработал. Ну, похищение. Смотрите фичу. Либо паутина, либо осталось 16. Два удара. По-моему, мисс кликнул немножечко, нет. Спич такая. Разряжен. 48. А, и разбита защита в шоке. И накидывайся вообще на любого. Ну, как я сказал, накидывайся на любого. Да, жаль, подчинить нельзя. Теперь у них осталось...
вот это. Либо есть шанс такого глушения, я думаю, по ходам. Что-нибудь у тебя еще есть? У тебя есть... А, ну, соблазнить не это. Приручить... Навряд ли. Ну, давай тогда. Либо баф. Я думаю, это так. Либо баф ХП кому-то. Мы хотели... А, ну, это заход с фланга. Ну, второй удар от вампире. Ну, даже если, я думаю, с критом. Просто гарантии можно... А, это вот тоже. Красиво, чтобы точно... Ну, как вариант глушения. Все. Вампиризм. Доходит с фланга, глушение, есть шанс. Смерть. Разбирайте как... А, никак хотите. Есть такой вариант сейчас. Еще один. Там что-то какой-то бой и у тебя есть и быстрый рывок. Тогда, блин, по-моему, тебе тоже нужен подхил с такими темпами. Ты его получишь. Я думаю, сытый сюда. Быстрый все-таки на штурмовика. Ну и разнос. И еще с этой с медали отлично. Хотя его мы можем тебе просто помочь. Ч, какая клетка? Без разницы какая. И так, ты так. Либо мы тебе вот этим помогаем. Просто вопрос, кем? Каким отрядом? Остается открытым. Так, а все-таки что он может обидеть? Но три... Нет, стоп, если ты его грохаешь... Сколько ему до этого? Что я что-то, походу... Слишком сильно. Ну, один полюбасу, да, конечно, сюда два. У него еще остается стек, мы можем не успеть заняться вот этим стеком. Чем накапливай мощь дальше. Тем более у тебя и этот жрец. Не, а чё жрец-то не... Зашибись. А, ну типа протокол экстренный. Ну типа да. Все равно да, от этих ополченцев ни холодно, ни жарко. Ну, абсолютка у него есть. Удар это. Значит, пробитие. Он с учетом того, что Вельвет, скорее всего, не будет. Никогда отдельно прокачать плащ и кинжал. А у тебя что? Что за артефакт? Там нету пробития. У нее собственного нет пробития. Ну, скорее так и придется. Хотя на мантикор там пробития нет, но в целом. Либо защита, чтобы она танковала. Пожалуй, защита. Она показала именно себе, как хороша, как танк. Естественно, абсолютка.
еще осталось добавить из защиты? Что-то более адекватно, ну, этого и этого, если... Еще если с физзащитой. Ну и вообще становится злой. Ну и какая-то подстроиться может где угодно. Так, еще раз, два, три, четыре, пять. Потом спокойно может тоже подстроиться. И вообще все принимают участие, чё бы и нет. Ну или какая проблема, если он побежит все-таки за ними? Мы можем не успеть нормально отступить, вот в чем лажа. Ты встаешь, потому что вот... Смотрите, помощь понадобится, например, да. Этот сюда, все. И набились. А то, что откуда мы... А, ну да, горы. Даже и откуда мы не видим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты веришь в ту клетку? Я верю. Так. Штурмовикам, типа, проще. Там эти есть станеры, но против этого не прокатит. Плюс я по герою думаю, что герой поможет. А, и теперь мы, да, гибельные пустоши, ты же говорил. Не получаем штраф гибельным землям. Начинаем. Кстати, да, вот, опять нет. Или... Ну, ликвидировал ледяного. Хотел на карту взглянуть, на карту не можем взглянуть. В том-то и прикол. А с чего? А, мы делали два пробафа, чтобы... Чтобы, да. Ну, у него быстро, это хрень, но если у меня будет иммунитет. Опять же, встречи на Эльбе. Ну да, работаем от встреч. И подхила. Только я думаю, чтобы... Вот так вот даже. Но остальным пофиг. Вот так. А у нее все равно абсолютка. Сказал ей так-то абсолютно пофиг. Что-то самое защищенное даже. Ну, да даже один удар, что он сделает? А по лечению магических тоже подумаю. Ну, скорее не постарается. А. Я думаю, через... Ну, или они все равно на этой клетке, но можем, да, вылечить этими. Ну, вот сколько... Ну вот непонятно. Это вот сразу в реген берут.
Но будем надеяться, что... Тем более под защитой урона не будет столько жестко. И он не нападет туда, куда я думаю. Или я опять же думаю. Сейчас лечение, конечно, надо. Я за этого переживаю, но я думаю, проблем не будет. Опять же думаю. Все. Угу. Теперь самое хреновое, что нужно вот с ним работать. С другой... Тут вопрос короткий. Потом надо будет как-то... Ну, сейчас это все решим. Что да, там... Или... Просто идеальная... У него огненная аура. Идеальная тема, чтобы его грохнуть. Единственное... Да, давай другой. 15-30... Все-таки. А это вояка. То есть у него может быть первый удар. С 8. Ну, один удар там это. У Вельвет так разбивает защиту. Какие да проблемы. А, у него. Да, там неутомимый. Значит, надо типа рубить. Далее, кто остался на трубе? У этого сомнения. Но Виверну, типа, попроще давай, да, ты. Все, можно считать, нету. Этот его берет. Единственное еще... А, ну этот разобьет защиту ему. Опять же, может возникнуть проблема щебы хп добавить, если крит. А, по клеткам. А, да, точно. Он не этот. Здесь я тоже смотрю, тема какая. У нее выстрел должен был быть. Если мы в упор выстрелим. Все же, блин, элитный статус многое дает. Кстати, оглушение. А если разобьет защиту? На этот не противник ему. Если таким прострелом. Тоже 16 смотрю. Первый удар у него. Я думаю, да, гарантирую ему хп. Далее. Ну и кто остался? Еще и магический. Как приятно-то... У
Ну давай, посмотрим. Ты... Того-то грохнули пикинером. Да, получилось не до этого. Давай. Вы знаете, его придется грохать, потому что тогда Тибура нужен. Или у тебя есть еще соблазн? Что-то я так это... Мы про того-то забыли. Но все так надо было спасать. Это долбанный... Да, это еще соблазн. Забыл. Это как... Зато элитный статус. На фронт с этим нормально. Так. Вопрос остается такой. Либо мы его напрямую грохаем, проклятий нет. Либо пытаемся сразу зачаровать. Нельзя, потому что защита от духа. А защита от духа, потому что крепкая воля. А... Крепкую волю может только Армагеддон. Ну, крепкую, может быть, и нет, а защиту... Хотя, может быть, потому что защита духа и дает. Если минус 100, то, получается, и крепкая воля может не действует. Наверное. Но мы ничего сделать не можем. Да, и да, пикинер, потому что у него еще и неутомимый. Чтобы не неутомимый, мы бы могли. Ну, что поделать. Не повезло, не фартануло. Ну, теперь да, как тогда его грохать? Остался вопрос, как его грохать. Привет. Я теневая вельвет. Ну, в принципе, я придумал, как его конкретно грохать. Кто добьет, называется. Хила нет. Это просто жесть. Ну да, ну хил можно, конечно, попытаться, но уже все. Получаем опыт. Одна лишь проблема остается. А сейчас вот это вот уже, ну это не вельвет, это тебе. Нормальные такие эти арт. Но это сразу на продажу. Это вот пока так, это тоже сразу на продажу. Ну или получается... Да, не прокатит. Тогда... Нет, 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 не вот так, а сразу курьер. Опять же, это вельвет. Теперь вот так, да. Группа прикрытия сюда. Вот это меня подставляет, кабан, по большому счету. Меня все давно подставляло, но... Но опять же, если проверить точно, то тогда он меня не подставляет. Но он подставляет в том плане, что вот это вот может напасть. А. Не нападет. В любом случае остается нападение на три клетки. Даже сюда. Правила соседних.
поскольку если за разведчика, то это тоже не айс. Вот. Угу. Далее. Далее мы и в развитии сейчас надо думать. Сейчас еще будет крутая битва по артефактам. Да, давайте распределим. Хрень в том, что ей защита нужна. Ну давай пока сбрасывай, чтобы было видно, что нам не нужно. А это мой перс. Потому что у нее это вообще, да, один из вариантов идеальных. Единственное, можно другие типы находить. Теперь тут, естественно, крепкая это защита от духа, защита от льда. Но это за счет всего. То есть лед не нужен. Паук это объясняется двумя, плюс защита от яда, и в принципе она может прыгнуть, хотя, ну, за счет своего теневого шага и бега, в принципе, это достаточно. Хотя, конечно же, с полетом было бы гораздо лучше. Фича в чем? Защита другого нет. Если бы амулет выдать, ну тогда ты крепкую волю, да, тоже теряешь. Я знаю, есть крутой, между прочим, шлем с крепкой волей. 4 защиты. Вот ей бы он зашел. Вместе с поножами. Потому что если заменить поножи, да, это 3 защиты, это классно. Вот уже 22 сейчас было бы защиты. Она стала бы еще танкучей. Но не можем. То есть надо кому-то. Ну и одеяние тоже. Все вот это вот. Когда кому-то. Эллен. Во-первых, ее подвело кое-что. И во-вторых, что у нее? Ледяная. Раз. Выше. А, так вот. У нее нет защиты от яда. Это защиты крепкого воля это. Ну, как передовая ваша. Или я думаю, какие еще есть варианты. У главаря уже есть. Это же под теплыми сапогами. Кстати, да, другого нет. В плане защиты от шока, например. Чтобы мы могли посещать те самые здания. То ли я думаю, тех, у кого нет. Ну, Джерон молодец. Кстати, Джерон. А вот мы нашли кому. И ты становишься еще неутомимее. По крайней мере, поножа. Нет, стоп. Где Джерон? Да. А если поножа, он становится просто нереально физом. Ну, вот эти вот проблемы. Проблему... Тогда теплые, например, сапоги. Опять же. Плюс 40, да, защиты. Вместо адского пса, я думаю, да? Партом. Это нельзя менять. Тут иммун. Что-то я чувствую... А, это ледяная нужна. Тогда... Да, и теплые сапоги, и защита от льда есть. И это. И еще физзащиты можно, по-моему, до 80 все-таки довести. Или даже иммун я делал. Вот не помню. Хоть убей. Ну да, сюда отправляем это. Где? Джерону. Один... Это...
вспомогательной бригаде. Святой, чё, сопротивление, ну, типа, отстой, у неё хп мало. Давай всё-таки нашей тяне, это тоже сопротивление выдаёт. Где она? Тяня. Он без разницы. Чё? Это нашим вспомогалкам. А, по маунтам, по-моему, проблема. И, по-моему, вспомогалкам так или иначе потянет. Да. А я вспомнил, ну, про... Кстати, у нее тоже нет. Он, например... На эту я... А, все, да, там есть. Тиан, это непонятно еще. У них вроде мои это... Нет, Варк, хотя у него это есть. Иги, например. У него проблема. Вроде бы была небольшая. И в этих... Ну давай туда маунт. Или этой все-таки. Не, кто по... А, это тоже по разведсиле. Чтобы у нее было хотя бы еще и защита от холода. Получается, да, вот такая... Он, кстати, по броне... Нет, у нее. В пользу других, более правильных героев каких-нибудь. По Вельвета. Ну, один защиты тоже... Как бы может решить. Очень даже. Но не будем отнимать. А, вроде распределили. Да, чувствую, я что-то спать хочу. И, кстати, да, серию, когда завершим, пойду я спать, пожалуй. Теперь сегодня раньше. Очень странно. По-моему, до 10 вчера писал. Вот. Хотя ее не факт, что... Ну, ее не должны грохнуть, хотя... А, на это я помню. Мы в 5 не видим клетках, что творится. Слушайте, разденьте ее для начала. Пока так, это временно, надо будет не забыть. Это временно, потом все вернуть. Да, буду по артефактам смотреть на, в следующей серии. Да, все равно нельзя забывать. И так как мы развиваемся, ну сюда, да, сейчас будем империю. Это тоже. Слышь, ты можешь подсмотреть, называется, нет? Как-то. В итоге он бежит сюда. Но подстава, конечно. Я думаю, может быть, я за то, что здесь. Но здесь вроде нежить. Действительно, если она отсюда, а откуда она еще может быть? Хотя не, она, по-моему, до сюда долетала, не? Или это нежить отсюда долетала сюда? Бедный золотой дракон, понимаете? Что я могу сказать? Как только, понимаете, армии прошли спокойно. Как это, золотой дракон? Оп, доп. Уже странные такие вещи творятся. Далее. Так вот. Какая фича? Фича в том, что вообще они могут через эту. Да, через этот туннель. Этот пошел. И скорее они уже через этот. Уже гнать. Арчидных суда. Потом далее. Это там пограничные.
мы не успеваем здесь. Здесь сюда вроде... Давай, да, смотрим тут. Все нужно смотреть, посматривать, и тогда будет понятно, что куда. Да, там в любом случае это есть. Проблема в том, что он сделал свою фичу, кстати, да. Такая лажа, просто сразу одеяние хитрого питателя ночи на бабки. Так, это все забираешь, конечно же. Тоже такая лажа. Чипическая эта фигня. Уязвимость для огня. У тебя защита от рубинового. 3. Так, 2. Ну, я из-за этого их не беру. Обычно. Типа, таскаешь, что было. Опять же, плюс 1 защиты лучше, чем вот этот оглушающий щит, которым я могу сам, по-моему, сделать. Ну, благозвучно, я просто даже уже не хочу это, чтобы было маунт. Мы тебе хотели прислать, ты его самого нашла, получила иммунитет. А, чтоб была разница. Да, тем более духом ты не можешь стрелять. Лук. Отлично. И ружье. Вообще ж... А, и арбалет так-то есть. Из тяжелого. По-моему, или... Тяжелый... Не, не перезаряжается. Это... Мушкет. У Вельвет нет. Сколько я помню. Получается... Все равно надо, да, называется, распределять, да. Я уже даже тут забыл, что арт. Или другой. Так. Рогатый. Многословный парень. Ну, это, типа, вернуть. Это тебе лично. А чё, хотел посмотреть, кому какие артефакты. Да. А, шлем... Это... Шлем-щит... Кроме тебя. Короче, мои выдать. А, шлем есть и так. Шлем, щит тоже. Идет лололо, но окей. Шлем, щит, все, я понял. У этой есть. Хотя, типа, щит тоже отличная тема. Ну, давай ей присылай. Шлем, щит. По этому, по-моему, у всех по 2, кроме тебя, но у тебя там первый удар, то я обычно не предпочитаю, тем более воитель, у которого и так должно быть. Где ее ружбайка? Она ж тебе все на сохранение отдала. Ну, пришли, ладно, ей туда запасной пусть будет комплект. Называется. Ну, это продажи так. Ну что, нафига мне уязвимость к огню? Многие на огне стимулируются. И вот бабки немножечко очень даже хорошо выручили. А? Так. Ну вот это занимательно теперь. Конечно, они сдохли. Переходить в контратаку, особенно без разведки, опасно. Мы направление
можем потерять. Да, один разведчик, но это... Меня тюрьма, конечно, интересует. Но что это? Сдерживать... Оно... Они резко напали отчасти через МХ, и чё? Пещера... Они везде могут это вот сделать, проделать дырки. Вот с фактом, где... А, отсюда могут зайти. То есть, где сдерживать? Это грунтовые подземелья. А, здесь, например, я думал. Там обход, но зато обход будет видно. Опять же, могут это сделать. Очень интересно. Да, он-то не дурак. Оказался. Но зато... Ну давай на следующий ближний блокпост. Зато... Ох ты ж. Называется «Иди в контратаку». У него осталось... Это он еще не все стеки слил. Охренеть. Это еще наверху мы там побили несколько стеков. Мы за сколько? За 5 ходов, по-моему, получается, у архидруида. 3, 4, 5. Я просто 4 там, 3. И еще прется. Еще вот это вот смотрю. 7, 8, 9, 10. 11, что ли, у него стеков получается 12. Как вот с этим, блин? Ну, у меня тоже... Хотя с учетом тут 3, там, там это... Ну да, это жестко. Все, что могу сказать. Так. Ты меня подставляешь. Опять. Надеюсь, не забуду. Ну, наверное, не забуду. Вот такая тема. Вот. А, да, кстати, без потерь же взяли там. Я не помню, бой. Ну да. Вроде даже без потерь. Так. Да, он же там топил. Хотя два стека. А, и даже без маны. Я помню. В итоге. Вообще, да, хотели посмотреть по городам. То, что он прорыл, это интересно. Я об этом говорил, что может такая, конечно же, лажа. Это говорит о том, что... А, ну, в качестве сторожовок вообще это... А сторожовка, если ее, например, сюда... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальность здесь будет. Вообще, кстати, сторожовка все-таки дальше будет. Это надо будет не забыть. По городам все-таки. Или считать, что мы здесь четко ловим... Здесь. Но это как по грану. Или все-таки вниз? Ну, развиваться надо. В любом случае, и здесь. А те, как по грану города, в случае это. Так. И вообще вот здесь. Вот. Помню. Же отходи. Это было проще. Проще думать, в принципе. Тут не... Да, надо будет подпилить аккуратно. Так. А грузовичков больше нет. Вот я про это смотрю. Тогда... Действительно, во-первых, погран сюда. Другой. Ладно, второй еще.
Ну, это типа слишком близко. Далее. Это идет туда. Уже на это тогда направление. И экспансию можно продолжать. Слезли. Что-то опять по бабкам-то. Вот опять же бабок нет. За счет части экспансии. Это же не две штуки. И 500 доход. А, еще независимые. Ну да. Накидал всякого. По крайней мере, так. Настроил, блин. И уже, опять же, немножечко не хватает. Так. Мы поняли, что мы ни хрена не поняли по разведке. По дорогам. А. Опять же, с деньгами напряг. Критичности нет. Деньгам это только вот ждем расширение. А с чего так медленно-то все? Потому что этого нет. Да. Ну, потому что была проблема. Мы еще не поспеваем. Ладно, в дорогу. Да, четко тут. По дорогам вспомнил, что надо вообще выделить. Че? Эльф тогда? А, здесь бы тогда неплохо. Сейчас потом будет прочистка. Или у нас еще один есть. Чтобы они могли быстрее, например, добежать до некоторых. Ну, до той башни. Думаю, еще что-то не прочищено. На разведчика мы, как я уже сказал, в расход не хотим. Примерно понимаем. Ждем, пока сожрется низ. Однозначно. Просто тогда нормальной контратакой пойдем. 3-3. Тем более, потому что они также и здесь сдерживают. Постфактум так. Это. Сами отжали. Далее. А, да, это ты за это отвечаешь. Полушария идешь. Полушария звучит, сами поняли как. А, показывает, что мы будем защищать разведчика. Все. Далее отжим. А, тут. Ну. Угроза никакая, ровным счетом. А, левитация на элите. Я просто уже хотел сказать, что за фигня. Почему у него есть, а у меня типа нет. Это что там, школу какую-то надо изучать. Так, мы помним здесь. Аккуратно сейчас будешь высматривать. А, это тоже я помню. И, по-моему, да, в два хода все равно. Ты еще не получаешь... Я жду. Во-первых, сначала аккуратно. Честно говоря, с учетом вот этих тележек, там с тележкой будет. Хотели тебе с опытом, да, помочь? Ну... Не факт, что там это все прокатит. Походу на этом ходе. Главное, чтобы тебе потом тележка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Но тележка-то нет, она здесь встанет на девятке. Ну или ты можешь просто гора потом так. На гору они точно не нападут. Альпийский переход. Ну давай. И сейчас еще, да, это будут веселые бои, хотя... А, я хотел именно друидов, да, прокачать в бою. Ну да, я уже сказал не это. Значит, нападаем на это. Вручаем одного героя. Потом берем второго героя. Если у них... Ну, Армагеддон только если, да, дает, которого нет. И он, скорее всего, будет какую-нибудь лажу применять. Ну и всех грифончиков. Все, все, что можно взять, все сожрать. Или по ходам, я думаю, типа экономить. Ладно, давай самостоятельно. Еще проще, да? Зато, кстати, да, плюс то, что мы сейчас его громим. Это значит, что если он готовит Армагеддон, то он еще будет, скорее всего, на целый ход дольше производить. Что не может, конечно же, не радовать. То есть такой фичей его не выпарить. Вообще так до меня доперло. Есть обратить это. И 4 это хрень, кстати говоря. Крепкую только железка. Железки у нас нет. Ну, как вариант, просто героев подкинуть. То у них крепкая. Далее жуткий не подчиняется. Хотя должна быть, с учетом защиты от духа 40, обращение пойти немножечко. Пень. Я вот что думаю. Может и правда пытаться по одному убивать. Выманивать на атаке. Чтобы он побежал. А фича в чем? У этого моменталка. А этот глушение. Тоже там развеивание. То есть прокаст нету развеивания. То есть таким сейчас будем прокастом тогда выигрывать. Немножечко необдуманно называется сначала. Да, обдумали. Или я еще думаю, призыв грома и молнии. Сейчас сюда бьет клетка на троих. Но призыв, да, молнию сюда на троих. Потом мы просто, да, в перестрелочку играем. Как я уже сказал, просто выманиваем. А, вот это же самолечение. Ну нам пофиг.
вылезаю. Да, воскрешать это не умеешь. Называется. Ты можешь всякую другую дичь делать, а вот резать-то ты не можешь. И вообще можно. Ну давай. Но он же жуткий ужас. Это же надо бы не забыть, что цель переманить героя. Не знаю, мечник нафиг такой вообще нужен. Сами произведем еще и более высокого уровня. Все. Ну, вылезайте, подлый трус. Ты мне еретика мне твоего как бы плевать. Ну не этого же. Ну ладно, там если обратить будем что-то делать. Выходи. По одному. Без сомнения, убийца одна из крутых тем, но, конечно, да, я сейчас понимаю, насколько тебе крат слаб. В принципе. Жаль, что через баррикады они не закидывают. Думаю, как-нибудь не вали нахрен, просто вали их. Могли, наверное, это... Так. Залетай, что ли? С тыла ему. Да чё, кто тебе грохнет-то тут? Если даже очень постараются. Логично. Осталось-то три цели, одна из них далеко. Раз. Два. Жуткий я вижу, да, хрень. Ну его тоже надо типа улучшать. Я просто думаю, какие проблемы тут в Перу. В
либо глушонок, либо вот в это сыграть. Сколько там... А, это майор. Хрень в том. Это считается долбанным флангом. Два. Блин. И плюс, и минус. Ну ладно. А, я думаю, ударит этому. Даже под сомнением... А, в сети, да? Почему? А, так, да? Че только об этом сейчас узнал? Точно нельзя никак проповедника. И начинаем просто играть в самую главную игру. А. Па-па-пам, па-па-пам. Наложено. А, да. Пока доем. Ну вот так. Че еще есть? У тебя тоже сыпи. Но сытый на сытый не кидается, или что? Я имею в виду не бафы, естественно. Просто проверил. А, все, перезарядка. Перезарядка. 12. Тоже по раундам не забывать. А, па-па-пам. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну и что-то, да, слишком дикие. А, надо вам... Это гениально. Ребят, гениальная схема. Просто гениальная схема. Она же может это все отвампирить. Ну и почти гениальная схема, потому как опыт получать. Почти. За исключением того, что не сразу, не по всем скиллам выдают потом опыт за повтор. Ну и... Или грохай. Давай грохай. В принципе, достаточно. Сделали всякие лажи. Мне надо было другим дать, но ладно уже. Потому что мы-то подкачаны, и дали ничего. Кстати, да. Оп, артефакты. Ох ты ж ё. Ох,
ты же ее. Да. Даже этого нет. Ну, это как вспомогательный кому-нибудь отправим. Вариант. Нет. А, так, так. Так, отправка, отправка, отправка. Вопрос, кому отправить все это? По Клеймору нужно... А, по Клеймору я даже знаю, кому. Те, кто будет воевать, делают ставку на ближний бой. Это мы придумали. Окей. Где вообще тут герои? Йемен Сова. И как раз она близко. Ее, конечно, грохнули, мы помним эту тему. И, кстати, ну, обычно я все это не применяю никогда, но всегда есть исключения. Шапка тоже у тебя... Нехватка, хотя вроде ее снабдили уже. Так, да. Клеймор. Все, остальное есть, да. Ее там вообще снабдили. Сейчас все будет ништяк у нее. Шлем там это, шляпа. А. Но вот этого нету. Далее, шляпа. У тебя вроде. Хотя там лишние шлемаки. Ну тогда отправь это просто туда. А. Ну и шлемаки тут такие тоже из разряда. Да, сразу. Туда отправь. Еще продадим. А, па-па-пам. Ну да, блин, я не помню, что там. Ну, ничего интересного я там не заметил. А, нифига себе, там еще этого. И... Кенийство... Криминалитета занимает командор Белл. Yeah. А, вот тут. Ну, а тут мы постоим. Во-первых, ни одного хилера. Во-вторых, долбанная хрень. Так. Позвольте мне вас исцелить, великий, о, великий жуткий ужас. И вас тоже позвольте поисцелять. Не, как это охрененно, когда у каждого по исцелению. Это жесть. Надо все-таки эту тему с кем убрать на вооружение. Позвольте мне пробить. Да, и тебе как бы пофиг. А. Давай пока так. Хотя у тебя есть это. Вообще, подхил был бы правильнее. Все равно ты не достаешь. Ты ведь не достаешь. Братан, сытый обед. Блин, я как спать с такими темпами хочу. 2 часа серии. Да, это с учетом нескольких штурмов, нескольких защит. Шесть пуль. Все, что могу сказать. А боль это только жизнь. Ну и таким образом дополняешь. Там... Все. Но осталось сейчас отличка. Это будет. Типа, ты мне вообще сдался?
В легкие. А, ну я помню, что убийца из-за этого сдался. Можно еще. Но эльфа проще уже сделать с этим, чем вот это вот 32 уже прокачанных. Я бы со вторым уровнем медали брать. Так. Это там и враг, и друг мой, я насколько по ним помню. В итоге мы же пополняем хп, что ты мне там впариваешь. А, даже так? Даже так. Но экстренный он один не раз ли? Прикол в том, что он только один раз работает. Прикол, да, получил. Ну тогда пробав дали. Прокаст. Па-па-пам. Ну, походу, человек, ты сдохнешь. Ты уже. Ну давай. А если пойдут вперед, тоже нормально, у нас уже почти. Почти полный хп, давай, бей грозой. Кто выживет? Того. Да не, всех в расход. Уже сказал, все в расход. Мне никто не нужен. И по жизни тоже. Да, это шутка. А вот это тоже шутка. Конечно же. Конечно, одному отстой. Я вообще не понимаю, как может человек быть один. Человечество, оно социальное. Да, на тачку нельзя. Или, по-моему, не достает. Так, сэр Грифонистый, давай. Да. О нет, нет, ее пытаются. Ой, кажется, мгновенная регенерация, братан. А кстати, насчет это никого. Ой, еще элитный. Ну что тогда, да, под протокол захвата Грифона. Кстати, протоколы, слышь, подчинить. Ну давайте, чтобы мы вас не грохнули. Подчиняющие протоколы. А, ну по одному давай. Как вы ее не любите-то? Ой, ты разбил нам защиту. Как ты мог мне разбить защиту? Так. Что-то мне не нравится с этой перегрузкой. Дай-ка ему глушение или хотя бы жестко. Я просто боюсь. Так. Далее. Ради этого прям... А, ну освободи. Подчиняйся моей воле. Это шикарно. Дар схода, дар с фланга убьешь. Дошли мне. Но это да, ничего не даст в итоге. Да, и подчиняйся надо сразу всех тогда. Прикол-то в том. И я ищу такую тему. Хотя он, да, там, если фланг. Так-то главный герой. И опять же, тогда подчиняйся моей воле. Но главное, не умирай. Психопат, блин. Подчиняйся моей воле. Главное, не умирай, братан. Ну ладно.
Обидно, досадно. Но пошла она. Не захотела в мою бригаду, что могу сказать. Он сам выбрал смерть, как говорится. Че, запасной комплект для героя какого-нибудь? По кровотечению тоже думаю. На. Отдайте это самое оригинальное по кровотечению. И город еще не наш. И остался один ход. Вот такой вот. Конечно же, отпустить в качестве вассала. И гоблины на 5 глобов. А, ну, по-моему, уже было. Так, ты помнишь? Я помню. Они сами нападут, кстати. Принимай. Это мы ждем. По очкам раскидать, чтобы было виднее. А еще думать. Там нужно думать. Вы понимаете, думать и я. Да, я вспомнил. Вспомнил, что тут надо делать. Стало так. Там подстава. И тут, и та... А, или... Да-да-да, точно. Везде подстава. Прохождение там... А по лесам чё нет? Это ж паук. А, не, есть. Или подстава будет. Как не хочешь, 32. Раз, два, три, четыре, пять. Девять. Да. Ну, там подстава. В общем. Поэтому по мосту так и не определились, блин. Где должен проходить, зачем должен... А, ну кроме как здесь. Руби, как здесь. Ну, давай пока, да. С этим определившимся мостом и с этой определившейся дорогой. Работай. И... Не знаю, все, разведчик ты. Смертник ты или нет. Но он еще сюда шел. Да. Судя по этому, просто прочистил здесь, да? То, что он мои ресурсы отнимает, это тоже хрень. Потом и кровью сделанное. Но если на тебя накинутся фермопилы, да? То у тебя будет нечестный бой. Если ты будешь чувствовать... А, в принципе, ты будешь чувствовать. Ну, кого отослать там? Ну, точнее, кого отослать там? Один отряд-то может быть. Там еще может быть один большой дракон, кстати. Не, или не будет. Просто миссию вот сюда ради этого. Отстой. Или ждем, потому что в принципе у тебя два стека. Там может быть 3-4. Хотя ты, конечно же, элитный. Более чем элитный. Там проблем нет. И вот поэтому тому иди вперед. Все-таки. С другой... А, ну с другой... Другой нужна тогда армия. Другая армия. Я просто вспомнил, какую проблему. Что никого нет на вот это вот. Сейчас армии, конечно, и делаются, и все это. Но нету солдат. И, ну да, я плохо уже мыслю, надо спать. Знаете, давайте на этом серию завершим все-таки. Я, может быть, кое-что забуду. Ну, может, забуду. Но постараюсь не забыть. Вот. А тогда что-то... Лучше поспать уже. Мне. Вот. Вам аригато за просмотр.
И... ну, давай уже, наверное, спец. И всего наилучшего вам.